Сейчас мы хотели бы вместе с вами отправиться в Алмату 80-х. В то время творил великий композитор Талгат Сарыбаев. Радость случайных встреч, я теряюсь в этот мир, подавляя сердце крик в груди. Время велит забыть, только в памяти все больней возвращаются дни моей любви. Прошлое мне в сердце словно в дверь стучит, времени завесу приоткрыв. Стоит закрыть глаза, вновь я слышу всплеск волны, голос гавани моей любви. Видно, молод был я, чтобы понять, что потерять легче, чем найти опять. Видно, вместе быть нам не суждено, мне не дано вновь найти. Родной порог, и сердце вновь замирает вдруг, как беден смысл слов. Ты ждешь ли меня, мой друг? Среди дорог далек порой возвращение час, но навсегда со мной тепло твоих добрых глаз. За все благодарю, лишь для тебя горю и вновь говорю. Как бы не был далеко я, не приносят мне покоя ни лесов дыхание, ни морской прибой. В час тяжелых испытаний, в годы странствий и скитаний, все мои надежды связаны с тобой. Как бы не был далеко я, не приносит мне покоя ни лесов дыхание, ни морской прибой. В час тяжелых испытаний, в годы странствий и скитаний, все мои надежды связаны с тобой. Уходишь, захвати с собой одежду, возьми еду и деньги про запас. Возьми те дни и ночи и надежды, которые объединяли нас. Возьми цветы, их запах так чудесен. Я прежде не отдал их никому. Не оставляй мне соловьиных песен. Зачем мне эти песни одному? Мне кажется, счастливейшими днями
на планете станут дни, когда мы будем вместе. Погаснет злое зарево пожара, и забудем мы о них, когда мы будем вместе. Война пусть будет страшным прошлым для землян грядущих дней. Пусть будет счастье, счастье многих, а не косточки людей. И силы разума поборят силы зла, когда мы будем вместе, когда мы будем вместе, когда мы будем вместе.